Приветствую вас на канале Мир Ирины, и сегодня я покажу вам очередные мои новинки. Потихоньку я уже стала осваивать иониумы, и вот такой иониум — это иониум декорум. Вот такой, смотрите, вот такой красавчик иониум декорум. Растет таким разветвленным, красивенным деревом. Фотография будет здесь. Следующая — Гроптоверия Дуглас Хат. Вы знаете, я уже еще раз вам скажу о том, что я немножко уже потерялась в названиях. И иногда посмотрю на картинку, нравится. А потом посмотрю, а у меня, оказывается, такое название уже есть. Вот Дуглас Хат у меня есть, только поменьше растения. Ну, а на картинке она мне понравилась, поэтому я заказала еще одну. А также я всегда поглядывала на пульвинату. Переводится как подушка видная. Как вам показать? У нас солнышко так и не появилось с последнего видео. Как сегодня у нас так холодно, что в теплом пуховике даже не почувствуешь, что тебе жарко. Вот смотрите, как она переливается. Поэтому я вот заказала такую вот пульвинату. У меня есть пульвината стрикта, а пульвинаты не было. Укоренится, расправится и будет очень красиво переливаться красного пульвината. Также я осваиваю шавианны. Шавианна перегрина. Вот такая шавианна перегрина. У меня шавианн уже несколько, но опять же нужно мне их подытожить. Стоят в разброс, знаю, что есть. Еще одна шавианна — Desert Start, если я правильно прочитала. Вот смотрите, вот такая еще шавианна. То есть шавианн много разновидностей или гибридов, как правильно сказать. И у меня уже как бы, наверное, 5 видов есть. Крассула Монтана. Вот такую крассулу я не видела в продаже. И в этот раз она вот была. Смотрите, она уже с цветением. Вот такая крассула Монтана. Это вообще для меня новиночка. Еще раз скажу, для меня. Может, для кого-то это и не новинка, а для меня новинка. Следующая мелкая крассула. Я знала, что она мелкая. Она называется Фернвуд. Фернвуд, красула Фернвуд. Вот такую кучку мне прислали. Я ее тоже раньше не видела в продаже. Смотрите, она вот такая мелкая. И вот такая кучка у меня этой красулы. Я думаю, что когда она укоренится, приведет себя в порядок, то будет очень красивая красула. Эхиверия Кисес. Ну, вот тоже она мне понравилась на картинке. Я ее заказала вот с такими извилистыми листочками. Немножко мне напоминают листочки красулу Мадиба. Может быть, это мне только напоминает. Смотрите, похожа она на Мадибу. Красула Кисес. А также есть подарочки. Вот такой гибрид красулы Деренберга. Такая увесистая розеточка по соотношению к моей руке. Смотрите, вот такая увесистая. Спасибо за подарочек. И красула Campfire. В прошлый раз мне тоже была в подарок красула Campfire. Но не такой яркой окраски, как в этот раз. Но у меня, друзья, она не будет красной. Вот смотрите. Уже немного постояла. Солнышка у нас нет. Она укоренилась, все вот крепко держится. Я еще раз напомню всем, чтобы узнать, как укоренилась или нет, вот так тянете и чувствуете, что корешки не дают вытащить, значит, она уже укоренилась. Ну и сюда же я присоединю вот эту. Жалко, конечно, что у меня она такая красненькая не будет, потому что, чтобы она была вот такая красная, ей нужны перепады температур. Минимум ее нужно держать на улице. А максимум, может быть, еще что-то нужно для этого. Ну, будет даже если зеленая, все равно красивая. Ну, вот такие новиночки добавились в мою коллекцию.
Пока-пока, ваша Ирина.